Чё почём, друзья, с вами, как обычно, мистер Сафари, сегодня мы продолжаем играть в BMG Drive. И, собственно, сегодня у нас будет вот это вот всё итальяно, мамо мио, сильвупле, бонжур, спасибо. Вот это, короче, всё. Поэтому, да, сегодня мы на новой карте, которая уже вышла хрен знает когда. Да, и уже много кто на ней поснимал. Сегодня, в принципе, будет идея, я не знаю, вот честно сразу скажу, не знаю, снимали ли уже с этой идеей кто-то или не снимал, потому что не слежу сейчас за Ютубом так особо прям, кто что снимает. Но достаточно давно уже захотел снять, и что-то все как-то руки не доходили. И, собственно, да, взяли мы ебушку нашу обычную, самую прям, даже не дрифтовую, прям самую обычную. И, короче, будет у нас такие РП-ситуации сегодня, что у нас, собственно, здесь в Италии, в городе-то, на дорогах общего пользования есть, собственно, вот такие вот канавки. То есть, вот это самая, наверное, лучшая канавка, которую я нашел. То есть, и РП-ситуация в том, что мы пытаемся ее объехать, но, как бы, канава-то большая, и, да, случается вот такая хрень. Блин, слушайте, неплохо так разбились. Сейчас, по-моему, кстати, нам кранты будет, мы сейчас еще и в дом улетим. Воу-воу-воу-воу-воу. Ну, блин, я вроде не на марке, а что в дерево-то прилетел? Ё-моё, ну хоть не столб. Так, давайте-ка перевернем, наверное, машину, посмотрим, что с ней вообще. Господи, ну, кстати, до этого я пытался как-то так ее расквасить, у меня не получалось. Блин, нифига ее. Фига себе, вот это занижение, да, пацаны? Просто в чат хэштег пацанское занижение, смотрите, просто вот. Почти-почти скребу по этому, по асфальту, прям пацанское занижение, вот чисто пацанское занижение. Блин, фига себе, и она едет, кстати, спокойно вообще. Ну-ка. На нахер. Блин, ну слушайте, очень что-то мнется. Давно я не мял тачки, аж прям прикольно так мнется это все. Так, собственно, давайте еще раз попробуем на этой же машине, попробуем заехать, только попробуем как-нибудь объехать по-другому. Не знаю, что из этого выйдет. Вот, мы, конечно, видим эту яму, этот обрывчик. Пытаемся объехать по краю дома, но бьемся об дом. Господи, опять мы туда же, да? Господи, что-то меня тянет прям на этой машине сюда в угол. Ну, слушайте, мы из стоковой машины сделали корч, короче, просто. Это даже не авария, просто смотрите, добавили развальчика на колеса на задние. Ну, радиатор дамагит, ну, вы все знаете, да? Нормально едет, он гоняет, просто развальчика добавили, более боевой корчестроительный вид такой добавили. Ох, это чё? Что это такое? Что за херня? Из меня что-то вылетело и загорелось. Это вообще законно сейчас было, нет? Реально что-то вылетело. Это что, мой так выхлоп подстрелил? Так, ладно, давайте доедем до того места. Сейчас выберем другую машинку какую-нибудь. Фига себе, там тупо что-то загорелось. А если мы подъедем с этим и загоримся, я просто не знаю. Да нет, вообще пофигу нам, по-моему. Хотя что-то мы задымились как-то прям жестко. Так, ладно, ребят. А, у нас топливный бак поврежден. Вот оно что. Ладно, ребят. Сейчас переспавним другую машинку. Так, собственно, ребят, взял я, можно сказать так, бэхочку нашу, да? Ох, господи, насколько на резве стартует после нашей бушу. Та прям как-то не ехала, хотя вроде как бы, если раскручивать, то она едет, но прям этот сразу трогается настолько быстрее. Ладно, давайте тогда посмотрим, что будет на большой скорости, потому что на той тачке мы так быстро не могли разогнаться. Так, пытаемся объехать, но опять нас закидывает, потому что мы слетаем в яму. Ох, нифига себе, вот это нас закрутило. Ох, ёб твою мать. Блин, ну, ребят, вот это уже жестко, кстати. Капец, фига себе, просто перед крутан... Перец, по-моему, сместило, смотрите, да? И смотрите, вот здесь по левой части, прям у нас вся часть передняя влево немножко смещена. Мы как бы дугой такие, бумерангом стали, офигеть. Жестко. Ладно, давайте еще раз попробуем. Что-то у нас вообще, мы жестко в деревья там прилетаем так. Так, а если будешь, если мы попробуем прямо вот так влево здесь вот взять? О, ну, в принципе, я этого ожидал. Господи, это жестко вообще. Надо будет сейчас, кстати, попробовать разные вот так ситуации, только несколько машин, там машин 5 сделать. Блин, фига я сложил, я просто смотрю, где колесо, оно почти в салоне. Вот это мясо, конечно. Окей, ладно, давайте возьмем что-нибудь другое. И потом, наверное, уже начнем массовое просто дробилово на этом месте. Посмотрим вообще, что у нас за адовая война там произойдет. Ну и, собственно, ребята, куда же без новой машины, которую добавили с обновлением, с итальянским, да, вот эту итальяночку.
взял прям самую такую борзую, нифига себе, конечно, он прям нулевик торчит, турбо тут же, охренеть, прям чувствуется мощь у нее на задний привод, я просто на ней впервые еду, блин, нормально она, кстати, вваливает для своих размеров с таким движком, оп, так, ну, конечно, не 140 прям, воу-воу-воу-воу-воу, а как она интересно мнется, а у нас здесь каркас, мы херово помнем сейчас, наверное. Не, она вообще как... В этой комплектации, ребята, она вообще не мнется. Считаем, мы просто сейчас можем вот так взять. Перевернуться. И все. А, нет. Нет, кстати, не все. Левое колесо у нас в ауте заднее. И, собственно, да, у нас, по-моему, газует только одно какое-то колесо. Ну да, еле-еле едем. Машина вроде вон выхлопом херачит. А, нифига себе, у нас, кстати, куда-то нулевик. Со всем выхлопом вот этим уж... Куда ты исчез? Я только вижу одну трубу выхлопа, а где нулевик с турбиной? Потеряли. Вот так бывает, когда теряешь турбину и не можешь больше полтинника уже ехать. Ладно, давайте еще раз попробуем. Так, вот, о, нифига, можно раскручивать. Прям по-бойцовски с пробуксовочкой. Тут закись была, надо было на закись. О, нихера себе. Вот это я понимаю на закись. О, сейчас мясо будет. А, не, нифига себе. Фортануло, чуть-чуть зацепили. Ну, не, все равно сейчас мясо будет. Да не, с каркасом неинтересно, серьезно, вы посмотрите. Я вообще по барабану. Она даже продолжает ехать, вы посмотрите, у нее же просто колеса смотрят вообще в разные стороны в раскорячку. Но зато теперь турбин-то на месте, вот поэтому-то и едем, собственно, турбин-то на месте. Даже без переднего колеса, пофигу, ты смотри, она старается. Просто смотрите, можем раскрутить двигло и такие бу-бу-бу-бу-бу-бу-бум. Ну, сука, живучая. Так, ладно, давайте возьмем еще какую-нибудь тачку и начнем реально массовые просто убийства. Собственно, ребят, взял я Sunburst. Что-то он какой-то... Я его, кстати, ни разу такой еще не брал. Смотрю, с помененными фарами. Прям нифига себе, кстати, красивенько смотрится очень так. Прям необычно. С вовесе в широчайшем. Только почему-то звука двигла на холостых он не имеет. Странно почему-то. Но хотя бы хоть когда трогаемся, звук есть. Я так понимаю, достаточно спортивная версия, но при этом без каркаса, поэтому разлететься он должен будет хорошо. Ну да, 150 мы уже... Ём, блин, что-то я раньше запланированного! Ах ты ж, блин! Вот это парковка, пацаны, ну почти. Я хотел просто вот здесь паркануться рядом со знаком, чтобы, как бы, знаете, эвакуатор не забрал. Паркануться здесь, но немножко не это... Не рассчитал силы свои. Ладно, давайте еще раз попробуем. Что-то мы просто раньше немножко зацепили обочину, чем это надо было. Так, ладно, здесь заезжаем. Понимаем, что здесь дом. Поворачиваем влево. И уже по нашей традиции нас закидывают вот так бочком. Бах, бах. И начинает крутить прямо в деревья. Ох, 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 ох. На. Блин, слушайте, ну, вроде казалось бы, да, маленькая кочка на дороге, а какое мясо из-за этого происходит? Жестко, жестко. Так. Ладно, я, собственно, что предлагаю, я создаю сейчас много машинок, эту машину мы здесь так и оставим, пусть будет, потому что она прям долетела очень далеко, как раз посмотрим, кто долетит и что дальше, вот, сейчас создаем машин и по очереди будем там пролетать и убивать их, да, погнали. Итак, ребят, как и обещал, 5 машин я заспамнил, все они вот пока что стоят, ждут своей участи. Первое это у нас будет Драгстер наш, всеми любимый, Мунхавк, по-моему, я уже не помню просто как называется. Собственно, это V8, все дела, моща. И опять же, как бы, просто ситуация, мы такие едем. Господи, ну, понятное дело, РП-ситуации такие. Пытаемся объехать. Видим, что там столбик. Надо, как бы, отъехать из столба, но... Заскакиваем на краешек этой ямы. И поэтому... О, блин, кстати, нифигово так. Ну, я думаю, на крыше так и оставим, пусть валяется на крыше, переворачивать не будем, все будем оставлять так, так как оно и есть. Получается, у нас вообще 6 машин здесь. Конечно, FPS-очка проседает, ибо сама карта Италия очень немаленькая, она реально огромная, я удивлен очень был. Поэтому, да, FPS-ка, конечно, немножко подседает, но это бимка, без этого никуда, поэтому юзаем замедление и будет все окей. Так, разогнали, кстати, очень быстро. Почти, кстати, ровнее всех, наверное, проехали, поэтому, мне кажется, очень далеко улетим и прямо в дерево, да, сейчас? Ох, слушай, даже не в дерево, но приземление было жесткое. А, во, кстати, у нас новый лидер. Дальше все, капец. Жесть. Вы смотрите просто. А где выхлоп-то? Что-то выхлопа не стало. Так, знаете, он похож на какую-то улитку, знаете?
Так, ну если турбо тут как бы забит. Типа, на улитку похож, знаете, вот это, типа, мордочкой, два глаза по краям. Блин, ну короче, если кто-то укурен так же, как я, вы поймете, о чем я. Ну, прям жестко жопу подняло. Ну, перед так чуть развальчика добавили, все-таки стенцовый проект, поэтому куда без развала-то, поэтому да. Окей. Дальше у нас что? Вайпер. Я брал самый такой стоковый вайпер, и все равно он жесткий, да? Я понял. Я старался брать самый такой слабенький вайпер, и все равно он шпарит, ну, как видите, очень жестко. Господи, воу-воу-воу! Воу! Вот этого я, кстати, хотел добиться от других машин, но не получалось. На! Нихера себе! Он еще, кстати, дальше улетел. Вот это в конце сейчас просто ювелирно... Ну как? Не ювелирно протиснулись, но... Так, в какой-то сфере, можно сказать, протиснулись, да? Смотрите, блин, разложили вайпер жестко. Но он, кстати... А, не, он не хочет ехать, у него, видать, передок заклинил, что-то там. А, он на чем-то застрял, на бампере, что ли? У него задок газует, но ехать он особо никуда не может. Тут там пытается завестись все. Кому-то очень плохо. Так, у нас, собственно, ГАИ. Итальянское такое, да, именно. Ну, пофигу, что там по-русски написано, это итальянское ГАИ, поэтому, как бы, не сомневайтесь, да? Там типа Сильвупле, Щельмакаки, Щмелеме, Щмеле. Так, ну это уже не итальянский, немножко пошел. Ладно, так, ну что-то она, конечно, не очень едет. Вот, менты едут. Ну, менты такие-то по-другому. Такие, надо влево смещаться, здесь яма. Ну и, короче, да. Блин, ну это жестко. А как мне теперь проехать на Геттере? У меня же там еще Геттер в порядке очереди остался. Так, ну давайте тогда ментов, наверное, немножко подвинем, потому что, ну, типа, не очень. Давайте поставим их как-то вот так вот. Вот, чтобы они... Если что, если Геттер зацепит, то Геттер их зацепит. Вот, я просто не хочу, чтобы Геттер сразу ушатался в ментов. Вот, и, собственно, под конец уже поехал уличный гонщик. Это я, кстати. Выбирайте, кто где сидит. Блин, что-то я налажал немножко. Выбирайте сразу, кто где сидит. В Геттере, в багажнике ли вы сидите. Я за рулем, по-любому, это же Геттер. Слева кто-нибудь может сидеть, сзади там. Не знаю, в банке вот в той... А, ну тут не одна банка, ну да ладно. Ой, какой же у него громкий звук, конечно, но это да. Звук реально классный сделали, мне прям нравится, какой этой модельки сделали звук. Так, ну, гонщик такой, понятное дело, на опыте начинает объезжать. И на опыте он, кстати, объехал. Аж зафризило. Короче, ребят, Геттер оказался настолько мощным и крутым, что во время аварии игру просто нафиг... крашнуло, и да, видать, все-таки игра не выдержала такого напряга, типа 6 машин, в одном месте все это физика работает, и, короче, крашнулось к херам, к сожалению. Не увидели мы, как разложился Геттер, наверное, просто игра как бы намекает, типа, зачем тебе раскладывать Геттер, ты что, дурак? Да, ладно, ребят, я думаю, даже так просто достаточно, потому что уже хер восстановишь эту ситуацию, это очень долго. Времени нет. Ладно, ребят, если вам понравилось это видео, то, конечно же, не забываем поставить пальчик вверх. С вами был, как обычно, мистер Сафари. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.